Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня легкий ремонт Toyota Prius. Ремонт переда. Капот, левое переднее крыло, бампер, фара меняется. Телевизор буду ремонтировать. Разбираю, снимаю капот, разбираю телевизор и приступаю к ремонту. Все поврежденные части телевизора равняю на столе. Скручиваю морду обратно. Вот и все, работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Итак, машина вернулась с покрасочных работ. Собираю ее. Ремонт этой Toyota Prius закончен. На работу ушло 5 дней. 2 дня работы с металлом, 3 дня покраска. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!